стук клюшек, громкая музыка и шум трибун. Так в Ледовом дворце встречали хоккеистов, завершивших сезон 2020-2021. В торжественной обстановке подвели итоги по каждой возрастной группе, наградили лучших игроков. Особое внимание уделили выпускникам, команде ЮХЛ под руководством тренера Сергея Кулебакина. Они у меня самые лучшие, конечно. Вот. Долго очень обучались в школе, постигли и научились очень многому. Все старались, все молодцы на протяжении всех этих лет. Никому у меня претензий нету. Игрок ЮХЛ Никита Богдашин весь сезон упорно готовился к переходу в молодежную хоккейную лигу. Спортивную карьеру юноша заканчивать не планирует и стремится покорить новые высоты. Хоккеист с теплотой вспоминал о прошедшем сезоне и о команде. Грустный день, не хотелось бы, чтобы это все заканчивалось. Хотелось бы дальше так же играть, но подходит возраст, и пора двигаться дальше. Команда у нас получилась как целая семья, все друг друга уже как родные. Вот. Все друг друга поддерживали, помогали. После поздравления выпускников и посвящения в хоккеисты ребят 2012 и 2013 годов рождения на ледовой площадке прошли конкурсы, где младшие ребята показали мастерство владения клюшкой и шайбой. Я бил броски на точность. Забил всего 2. Из 10. Мне больше всего понравились буллиты, как они, люди пробивали. Кульминацией вечера стал матч между ХК «Саров» и выпускниками спортивной школы. Игра прошла в дружеской атмосфере. Екатерина Шмакова, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей «Саров-24».